Рыбаки, всем здорово, и сегодня я вам хочу показать точку, на которой обычно трофеи, и показать ножи. Очень много лютых трофеев. Показываю вам чат, смотри. Теперь первый понимал, это чешуйка трофейная, бамс, чешуйка трофейная, карп зеркальный, карп чешуйчатый, карп зеркальный трофейный. Все на этой точке. Поймал буквально, ну, что-то час чуть больше может. Смотрите, просто даже вот примерно вот отсюда, вот час 36, это все уже со строга. Это уже мы не смотрим, это со строга. Вот, вот от этой чешуйки и поехал. Чешуйка сразу троф, чешуйка троф. Куча чешек, зеркалка трофейная залетела. Чешуйка, зеркалки, там чешуек много. Чешуйка, потом еще и зеркалка трофейная залетела. Клюет, ну так, часа, выйди даже, сколько там у меня поклевок вышло за буквально какие-то час 37. Вот это все как раз нормально. Бойлы у меня стоят такие. Большой крючок, сразу скажу, огромный 2.0. Монтаж у меня тонущий плюс тонущий, королевская слива 25, сладкая слива 26, слива ПВАшка, ну такая вот. Да. Остановите на паузу, могу даже полетовать это. Взрывная слива 18, дикая слива 18, дикая слива попап 18, сладкая слива 20. Все это дробленное, красная слива, и на молотом горохе это снова собрано. Вот. Стоит у меня на 32 килограмма, ой, 36 килограмма и 2, 200 грамм, 36 килограмма и 2. Вот, и такая катушка. Вот, у меня даже еще, но это уже... Это уже не трофей. Да. Ну. За час, конечно, много трофеев залетает. Но именно вот это не троф. Вот. Кидаем 35-е клипса. Примерно кидаем прямо. Вот так, прямо становимся и кидаем. Вот желательно на тот мостик. Вот, примерно. Вот. Поэтому, видите, клюет у меня. Вот, сейчас я вскопну и достанем с вами еще одну удочку. Проверим, тянет, не тянет? Тянет. Вот, достаем. Клюет на эти большие бойлы прям вообще офигенно. Вот, поэтому... Поэтому раздача очень даже хорошая, поэтому можете приходить и фармиться. Ну, как фармиться, вылавливать своих трофеев и перебивать рекорды, даже вылавливать синих трофеев. У меня даже была вот... Вот, сейчас скажу вам, чешка 27 килограмм вот была, и 32 килограмма вот такая зеркалка. Вот это даже очень круто, поэтому точка координатами 80-345 по карте, это у нас находится вот в квадрате Е4, поэтому это пляж, всем знакомый пляж, поэтому приходите, ловите на эти бойлы и закрывайте своих трофеев. Всем не хвастайтесь, и всем, конечно же, пока-пока.